Всем хай, и с вами Алена. И это видео, как прошла сходка 3. Она прошла так себе. Почему же? Да потому что мы пошли ко мне в Тавр на VIP, и в чате мы еще договорились пойти в Adopt Me. Мы пошли в Adopt Me, и там было 3 или 5 человек. А потом мне под видео после сходки писали, куда ты вышла. Я вышла в Adopt Me. Мы договорились туда пойти. Пожалуйста, если вы у меня на сходке или на какой-то другой сходке, пожалуйста, читайте, что пишут в чате. А то все пойдут, а вы останетесь одни и не будете понимать, что же вам делать. Вот такая вот нелепая ситуация может случиться, если вы не будете читать на сходке любого блогера чат. Ну, как-то так. Если б не было вот этой вот запутанницы, сходка прошла просто идеально. Сейчас хочу показать фотки с нашей сходки. О, прикольная рифма. Вот и первая фотка. Хотите, скриньте. Вторая фотка. Фоток вообще очень много, но я покажу только 5. Вот вторая фотка. Скриньте, если хотите. Вот еще, ребята, фотки, если надо, скриньте. А вот маленькое видео с сходки. Ребята, вся сходка, вся моя сходка длилась 52 минуты. И, ребята, я показала вам всю сходку, которая длилась 52 минуты. Я просто ускорила в 100 раз. В какие 100? В 60. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки. Огромное спасибо за просмотр. Пока-пока, зайки.